Почему Стаб лил партнера иного? Пекси Браун. Блин, а у нас конечно, других игроков нельзя убивать в игре? Типа у них плашка партнера иного, нельзя ни убить, ни запокашить. Не слышал об этом. Я тоже, да. Ну, просто мог убил, как бы, все. Короче, ребят, уже многие знают, что я сделал рерол с даггера на суммонера. И сделал я это не просто так, а потому что планировал мега разрушительные для шарашки тактики, где я хотел стоять на возвышенности, куда не могут добраться обиженки на ПК, смотрящие на карту, и с этих возвышенностей сливать всех АФК овощей, которые бегают внизу. И как вы думаете, что шарашка предприняла против меня, когда увидела мой рерол и поняла, что я буду делать, потому что раньше я ПК-шил таким способом, но у меня не было буста, который мог мне позволить всех сливать с одного скилла, стоя на возвышенности и наблюдая тупо сверху, как АФК-овощи внизу падают и ничего не могут сделать их защитники АФК-грядки. А сделала она следующее. Она запретила ПК-шить в локациях. Вы понимаете, да, абсурд происходящего, то бишь я вообще не понимаю, что происходит. Она вводит отображение на карте для ПК. Она вводит дебаф минус 30% ко всему. И она это вводит тупо вопреки. Никто об этом не знает, об этом знают только ПК, которые ПК-шат. И вот я не знаю, парни и девчонки, что будет дальше, почему шарашка вот так ограничивает ПК. Ей мало вот этих отображений на карте, ей мало дебафов, ей мало бана чата мне на 300 часов и вообще прочей вот такой херни. Она еще добавляет, еще усложняет нам красную деятельность. Ну а вам, АФК овощи, я хочу сказать одно, что вот вы любите нажимать на вот эту волшебную кнопочку и платить за это, но прикиньте, что в один из дней иновка вам запретит это делать. Как вам будет? Вам понравится то, что вы не можете нажать, играть, отжать, играть, нажать, играть, отжать, играть? Сука, нажать, играть, блять, отжать, играть. Вы просто тупые АФК овощи, понимаете? Из-за того, что вам ввели вот такую однокнопочную игру, ограничивают единственные активные элементы в Lineage 2. И вы даже рады тому, что нас ограничивают ПКшников. И я просто в шоке. Какое-то овощное комьюнити, почему оно не хочет устроить такой же бунт, который был когда-то в Киране. И вот задумайтесь, ребята, я об этом не говорил, но хотел сказать. Вот что тогда привело к победе того бунта, и почему тогда на стрим вышел сам ужасный Маякин и начал там с такой запуганной физиономией отвечать на вопросы комьюнити, обещать, что он все исправит, и тогда все исправили, кроме требований ПК. Привело к этому только одно, то, что самые активные и радикальные элементы, такие как ПК, сказали всем, давайте пойдем и начнем сливать все локации в ПК. И люди такие, так давайте пойдем сливать все локации в ПК, почему бы и нет, блять. И когда все ребята пошли сливать локации, все локации, иновка ужаснулась, сколько страданий приносится ее АФК-грядкам, но почему-то все эти ребята до сих пор продолжают спать и платить за вот этот прикольный симулятор бота и нажимать на эту волшебную кнопку. Не играть, играть, не играть, играть. Платить не забывайте. А главное, офигенно и весело, позитивно стоять в АФК. Так что вот эти все закостенелые АФК овощи,
вы можете радоваться вот этим ограничениям и продолжать тыкать на свою волшебную кнопочку и, так сказать, автоматически играть. Вы же любите автоматически играть. Зачем самому-то играть, да? Ай, мне даже нечего сказать. Вот я все сказал, и все, кто могут понять, поймут, как уже Иновка испугалась ПК, и вот после вот этих всех фильмов, разоблачений и так далее, люди все равно продолжают как-то с этому всему способствовать. Я, конечно же, буду писать заявление в шарашку и спрашивать, что это такое, почему мне запрещают ПКшить в локациях ниже 105 уровня. И после ее ответа мы будем решать, что делать дальше. Если она реально запретила это, или это не какой-то баг после криворуких обновлений, которые все время затягивают профилактику на 5 часов и больше, то мы будем писать очередную петицию в NCSoft и как-то требовать разбираться с этой шарашкой, которая уже реально испугалась ПК до такой степени, что тупо запретила ПК. И было мало всех вот этих ограничений в нашу сторону. А вы, АФК-овощи, сами подписались на ограничения, потому что даже ваша картинка прикольной и волшебной игры нажатием одной кнопочки выглядит вот так. Вы нажимаете и сами себя вгоняете в эти рамки и стоите в своем прикольном АФК. Так что продолжайте служить шарашке с названием собачьего корма, но мы ПК с этим не согласны и продолжаем свой протест против этой голубой компании. Спасибо.